Сегодня на деловом понедельнике представили нового руководителя филиала «Татмедиа» телерадиокомпании «Челны-ТВ». Ее возглавила редактор газеты «Челнинские известия» Зульфия Султанова. Теперь она будет совмещать две должности. Я думаю, что все получится. С учетом реалий сегодняшнего дня, с учетом того, что происходит в информационном пространстве в целом, и города, и Республики Татарстан, мы вам успехов желаем.